Для студентов Института физики КФУ выступил профессор Московского государственного университета и ведущий научный сотрудник Open Lab «Рентгеновская астрономия», стратегическая и академическая единица «Астровызов» Казанского федерального университета Николай Шакура. Лектор рассказал о наиболее важных и принципиальных разделах современной теории дисковой и квазисферической аккреции на черные дыры и замагниченные нейтронные звезды. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.